Вот этот респиратор называется газодымозащитный респиратор. Что делать при пожаре? Как работает огнетушитель? Как действовать при задымлении? В химкинской школе номер 28 провели день пожарной безопасности. Спасатели рассказали ребятам о соблюдении правил безопасности в быту и на улице. При задымлении надо будет либо надеть респиратор, либо закрыть плотно тряпкой нос и рот. Сотрудники отдела надзорной деятельности, Химспас и курсанты Академии гражданской защиты не только провели тематические уроки, но и ответили на все вопросы школьников. Мы уточняем у ребят вообще их уровень знаний по пожарной безопасности, какая у них культура безопасности, насколько развита. И заполняем эти пробелы, рассказывали им, что делать при пожаре, куда звонить, что говорить, как пользоваться огнетушителем. Больше всего ребят впечатлил аварийно-спасательный автомобиль. Сотрудники Химспаса показали все внутренности машины. Теперь школьники знают, какие инструменты нужны для спасения человека. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.